Привет, друзья! Российские военнослужащие создали самодельный багги «Зверобой» для борьбы с дронами. Стоит отметить, это самые необычные и мощные багги, показанные за последнее время. Такого вооружения не было ни у одной машины. Можно сказать, получилось багги ПВО. Военнослужащие самостоятельно сварили корпус багги и собрали все вооружение, которое за последнее время использовалось для борьбы с дронами. На багги установлены две турели и шестиствольный дробовик. Спереди на машину установлена турель с двумя пулеметами ПКТ, между которыми расположен самодельный шестиствольный дульнозарядный дробовик. Также по периметру багги установлено 6 коротких стволов для стрельбы с самодельными зарядами, созданными из пуль калибром 7,62 мм. Управление турелью осуществляется через монитор с сиденья пассажира. Задняя турель вращается на 360 градусов. Она оснащена 6 спаренными автоматами АК-12, которые ведут огонь одновременно. Запас хода багги, двигатель и прочие технические подробности не сообщаются. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.